Вчерашний снег доставил немало хлопот жителям Тараза. Не все улицы очищались от обильного снегопада сразу, в связи с чем к утру многие испытали дискомфорт, добираясь на работу. 30-сантиметровый снег, выпавший, как отмечают синоптики, за 6 часов, затруднил передвижение общественному транспорту и личному транспорту горожан. Как выглядели улицы центральные и на задворках под снежным напором, разглядели наши корреспонденты. Заснеженные дороги, большие сугробы – картина для Тараза непривычная. Снег не прекращался в течение целого дня. Тем самым движение на трассах города было сильно затруднено. Нелегко в такую погоду передвигаться было не только дорожно-транспортным средством, но и людям. Запоздалая зима застала горожан врасплох. Южане очевидцами такой картины становятся очень редко. Снег и метель не прекращаются и на перевале Куюк, на пути в Жолынский район. Такие суровые погодные условия доставляют массу хлопот водителям. Автовладельцы жалуются, по дороге можно проехать только одному автомобилю. Так еще и снегоуборочные машины затрудняют положение. С возмущением они отзываются и о работе снегоуборочных компаний. Вот это с гололедом вот этим, чтобы оповещали нас, предупреждали заранее хотя бы, чтобы мы сюда не лезли. С 8 утра стоим, нас никто не предупреждал. 112 смс, как обычно, ЧС должны присылать. Тут писка соляный раствор здесь нужен. Побольше соли здесь и песка побольше, чтобы она все это снег таял полностью. В принципе, как бы можно было нас остановить, не запускаясь сюда. До предотвратить это надо было на развязке. То есть, как бы, когда мы уходили сюда. Остановились, мы хотя бы там на трассе стояли. Здесь вычистили, пошло движение. А не так, что мы набились сюда. В такую погоду жители жалуются на то, что снег убирать успевают не везде. По словам же самих ответственных лиц, ситуация под контролем. По городу задействовано 5 единиц спецтехники. Из-за обильного снегопада дороги в городе сужены до нельзя. Ответственные за эту работу ТО «Жасл-Тарас». Наша съемочная группа выехала, дабы получить ответы на интересующие нас вопросы. Однако на месте руководство не оказалось. А когда мы позвонили напрямую, ответили: обращайтесь к диспетчеру. Всего у нас 88 улиц, на которых мы должны были вести снегоуборочные работы. В наличии у нас 18 единиц спецтехники, 15 из них для рассыпки песка. Также для очистки тротуаров задействованы 3 трактора. Работаем день и ночь. Сегодня снег растаял. Если бы он продолжался дальше, не секрет, что город находился бы в плачевном состоянии. Природное явление – это в первую очередь вызов ответственным лицам. Жители жалуются, ответственные за эту работу обнадеживают. Альфия Мингазвер, Миккиншимбек, 77 News.